Здравствуйте, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется EDM. Ну что же, давайте, наверное, приступим. Будем смотреть, что она из себя представляет. Тут у нас загрузочка идет, сейчас подождем маленько. Внимание, игра совершенно бесплатна, но некоторые предметы также можно купить за реальные деньги, а ограничение на количество покупок отсутствует. А если начать все сначала? Какой мир бы мы построили? Группа незнакомцев попробует ответить на этот вопрос. Поселенцы начинают с минимальным количеством ресурсов, которых хватит только на первое время. Добро пожаловать в Эдем. Построить лагерь. Так, ну что же, ребята, давайте построим лагерь. Проведите. Ага, это у нас, значит, ребята, камера. Вращайте. Так, ну давайте повращаем. Так. Отлично. Что это они у меня в кружок все встали? Молоточек горит у нас, да? Ну давайте кликнем. Место сбора. Самое сердце поселения. Когда все счастливы и много работают, огонь горит ярко, иначе он погаснет. Все понятно. Так, надо мне теперь как-то, ребята, перетащить место сбора не получается. На планшете было бы, конечно, все намного проще, чем на эмуляторе. Так что будем стараться. Что-то неправильно делаю маленько, ребята. Ага, вот, получилось. Вы можете в любой момент переместить нужное здание, нажав его и удерживая. Место сбора построено. Понятно. Ну что же, тогда давайте завершим постройку. Так, отлично, ребята. Нажимаем. Обязательно поддерживайте горение костра на месте сбора. Если не знаете, что делать, нажмите на костер, и поселенцы подскажут. Ага. Вот задача поселенцев. Когда задача выполнена, вы получаете награду. Ясненько. Вода – самый важный ресурс для лагеря. Следите, чтобы его всегда было в избытке. Так, пятерых отправляем за водой. Готовы? Жмите «Отправить». Уже нажал. И что они у меня будут делать? Такая музыка тревожная. Ага, черпают у нас воду ведрами. Ну что же, хорошо. Люди несут ресурсы на склад. Оттуда их потом можно забрать. Понятненько. Добротно работают у меня людишки. Так, ну что у нас, 20 штучек воды, я смотрю, да? Ну давайте заберем ее. Отлично, что теперь? Ага, выполнили задание. Отличненько. Дерево – полезный материал, так что сделайте запас древесины. Все ясно, ага, вот сюда. Чтобы освободить место под лагерь, нужно расчистить окружающую территорию. Иногда при этом можно получить награду. Так, еще раз пятерых отправляем. И они у меня будут добывать лес. Ага, за 10 секунд, ну, в принципе, это неплохо, да? Давайте, ребятушки, быстрее бегите. Мне нужны дрова. Я так понимаю, для того, чтобы мы могли дальше что-то делать, строить. Все, одна секунда, и подтащили они. Так, сколько всего? 5 дровишек? Че так мало-то, ребят? Так, задание выполнено. 5 дров, значит, 20 воды, 5 дров. Ага, ребята, мы получили с вами уровень. Нам дали монеты, воду, древесину. Новые улучшения в меню строительства. Место сбора, сердце поселения. Поселенцы приходят туда поделиться своими новостями и слушать других. Улучшайте постройки, чтобы открывать новые инструменты и оборудование. Ищите в окрестностях еду и другие предметы. Ага, задание выполнили, ребята. Складу явно не помешает расширение. Так, тут у нас кухня. Здесь можно приготовить любую еду для обитателей лагеря. Готовые блюда пригодятся для выполнения задач поселенцев. Склад улучшить. Так, чтобы увеличить его вместимость. Улучшайте склад, чтобы увеличить его вместимость. Так, ну у нас все хватает, да, в принципе, ребята.
и воды, и древесины. Давайте улучшать. Это требуемое время и стоимость. Ага, 10 секунд и 10 монет. Улучшаем. Так, кто-то у меня побежал. За 7 секунд сейчас все это сделает. Ну что ж, хорошо. Давайте наберем воды, наверное, с вами. Еще немножко. Улучшение завершено, склад улучшен у нас. Это радует, завершаем задание. И молоточек опять горит у нас. Мастерская. В мастерской можно изготавливать полезные инструменты и другие предметы, нужные для развития лагеря. Так, давайте куда-нибудь поставим его. Вот где-нибудь здесь. Вот здесь вот лучше, да, вот тут будет самое то. И можно, в принципе, завершить задание, да, ребята? Жаль, что у нас нет мастерской. Это житель мне говорит. Листва. Полезные предметы можно найти порой в листве или в кустах, а также среди камней и дюн. Ага, пошел разбирать листья. Ясно. Так, эти у меня воду набирают. Еще 17 секунд. Так, в принципе, тут нужна что? Вода, лес, мастерская завершена. Ой-ой-ой, зря я начал, ребята, камеру крутить. Ай, зачем я начал ее крутить? Теперь попробуй выстави ее, как она была. Ай-яй-яй-яй, незадача. Ладно, приблизительно как-нибудь поставим. Вот так вот. 20 воды они у меня понесли опять на склад. Замечательно просто. Так, этот у меня там кусты шуршит. Вот что у нас на складе в данный момент. Пшеница даже есть. Хм, я вроде бы как не собирал. Так, давайте за древесины, ребят, отправим тоже. Время уже 1 минута сбора, ребята, древесины. Так, она завал там разбирает. Так, улучшить выполнено. Вода выполнена, дрова выполнена. Мы проголодались. Кто-нибудь может приготовить вот это на кухне? Ага, еще древесина выполнена. И еще вода. Так, у нас, значит, еще растет уровень, как вы видите, в правом. Оу, уже получили монеты, монеты и древесину нам дали. Жизнь стала налаживаться. Это хорошо. Поселенцы занимаются собирательством и мастерят предметы. Развивайте лагерь, изготавливая новые предметы в мастерской и столярной мастерской. Так, здесь мы завершаем. Дерево завершаем, камень тоже завершаем. А этого пока у нас нету. Ха, странно. Что за колокольчик? Ага, забираем 3 монетки. Получили анчивку, лидер. Это хорошо. Так, что у нас тут по настройкам? Наверное, ребята, я зайду в Facebook. Ну что же, я зарегистрировался. Надеюсь, прогресс теперь будет у меня сохраняться. А иначе все время придется заново делать. И что у нас дальше? Древесиночка, отлично. 20 секунд листья сейчас она разберет. Задание еще выполнили. Ух ты, сколько здесь, ребята, дюна. Это тут камни можно разбирать. Еще камни. А это что? Дюна. И еще раз дюна. И каждый пошел разбирать. По 2 минуты на это все уйдет. Ага, удаление доступно с 25 уровня. Камни будем дробить. Здесь тогда... О, а это что такое? У нас на складе есть черви. Замечательно. Это значит, ребята, получается, здесь будет, наверное, рыбалка. Раз мы червей добываем. Хотя, может быть, и курочек каких-нибудь будем кормить червями. В общем, увидим. Кухня. Так, для поселенцев стоит 50 монет. Давайте-ка ее куда-нибудь здесь рядышком тоже примостим. Ага, ребят, я когда держу на здании, видите, я его могу в любую сторону повернуть. Чего не хватает? Так, мангала и стола. И все это стоит 4 золотых. Ну, давай используем тогда. Так, отлично, кухня у нас будет через минуту готова. Декорации. Туалет. Туалет это у нас, ребята, декорация, оказывается. Я думал, это первая необходимость. Давайте подальше от нас поставим. Пускай он где-нибудь там на окраине стоит. Чтоб никого, как говорится, не смущал. Душ. Деревянная фигура. Ничего себе, тут нормально так. Можно будет поразвиваться. По минутке еще осталось им. Да, так, задание. Мы собрали грибы.
Откуда только, сам не знаю, а это что еще такое у нас тут? Вода, пшеница, древесина, мука, ягоды, грибы, черви. Ага, вот оно как, да? Набрать воды. Идите, ребятушки. Так, здесь мы тоже кого-нибудь поставим. Пускай разгребают мусор. Что это за домик у нас такой с этим? С какой-то, я не знаю, мишенью вроде бы не было. Так, давайте здесь тоже разгребайте. А это у нас что? Ага, ускорить за одну золотую. Да нет, мне как-то не к спеху, так что... Мастерская уровень 1. Постройка завершена. Написано у меня над зданием. Так, я ничего здесь не пропустил? Вроде бы нет. Все, кухня у нас, ребята, готова. Для приготовления еды требуются различные ингредиенты в разных количествах. Грибной суп. Грибы и вода у нас есть. Давайте сделаем. Перетащите сюда, вниз. Ага, значит, берем. Все. Когда предмет будет готов, возвращайтесь за ним. Ясно, что это у нас так? Какие-то рога, что ли, он там нес, оленьи, или мне показалось? Так, здесь задание закончилось. Все, что ли, больше ничего нету, да? Отличненько. Воду несут. Еще водичка. Так, давайте шуршите. Так, тут какие-то семечки, камни, наверное, скорее всего, несут. Мы сейчас, ребят, такими темпами еще один уровень заработаем. Уже 107 очков из 125. Так, давайте посмотрим, что это такое. Призовая рулетка. Ну, давайте вращать тогда ее. Ага, 5 золотых за одно вращение. Понятно. Что выпадет, ребята, нам? Ну-ка, ну-ка, что-нибудь полезное. Давай-ка, тя-тя-тя, но только... Да, получили монетку. Хорош приз, ничего не скажешь. Ну да ладно, ребят. Можно еще за 5 золотых, но я думаю, что оно того не стоит. В общем, ребята, перебьемся. Ладно, закрываем. Так, изготовление на кухне у нас завершено. Задание выполнено здесь у нас. Единственная, ребята, проблема в этой игре, единственная, это очень долго они все это делают. Так, пошли за дровами у меня мужички. Так, мангал. На создание предмета поселенцу требуется определенное количество времени. Но это я уже понял. Так, мангал. И что мне нужно на мангал? В принципе, у меня все есть. Только лишь... А, древесины. 3 штуки нужно было. Молоток. Это у меня есть. И 4 человека. А, 1 человек. Когда предмет будет готов, я понял, возвращаться. Так, тут понаприносили ягоды, листвы. Это хорошо. Значит, можно будет что-то с ними делать потом. Давайте заберем на кухне похлебку нашу. Добраться до этой точки уже достижение. Зная основы, можно идти дальше самостоятельно. Это они к чему сейчас сказали? Что-то я не понял. Так, похлебочку мы, значит, сделали. Потом у нас будет мангал сделан. Так, опять задание какое-то. Опять грибы. Где они все это находят у меня, я не пойму. А, может быть, в этих? В раскопках? Что они там, листву копают? Так, древесину. Нам нужна столярка. Ага. Нужно... И опять уровень получил? Получаем плуг, косу, лопату. Хм. На первый взгляд кажется, что все хорошо. А разве нет? По-моему, даже все отлично. Но многие обеспокоены тем, как обстоят дела с едой. Ага, вот а вы про что. Занимайтесь земледелием и собирайте урожай. Ну, вы неплохо, ребят, придумали. Только где, как мне это сделать? Так, мука у меня тут. И мангал. Выполнено все это, да? Замечательно. Теперь нам нужно что? Постройки, столярка. Вот, ребята, нужна столярка. Так, надо ее вот сюда влепить куда-нибудь. Так, развернем. Вот так вот, надо дверью сюда к нам. Вот так. Ага, древесина и бортовой канат. Все, через минуту будет готово. Этот у меня опять тут листья какие-то, дерево. А почему они сами не могут выложить? Почему я должен на них кликать, чтобы они выкладывали, а? Ребят, ведь тащат же на склад не куда-нибудь. Так, смотрите, здесь еще много всяких у нас плюшек, где можно покопаться. Дюна, например. Тут еще одна дюна. И вот эта дюна.
как раз по человечку будет нормально. Этот толчок делает 10 минут, елки-палки. Самая дорогая постройка по времени на данный момент. Это дерево мы срубим, чтобы не мешалось. 3 минуты, он дерево будет одно рубить. Здорово. Склад еще можно улучшить, что ли? Не хватает. 50 древесины нужно. Ё-моё, это очень много, ребят. Ну что ж, давайте, ребят, тогда отправлять за древесиной. Пускай добывает. 1 минуту, но это куда ни шло. Так, выполнили задание. Ага, с ягодками уже связанные. Тут у нас корзинки, ракушки какие-то, деревяшки. Так, постройка завершена. Ага, столярочка готова. И здесь у нас столб изгороди, жерди, корзина, балка, доски. Ага, корзинку не могу. Что нужно? Бортовой канат и жерди. Жерди 4 штуки. А вот древесину могу заказать. И балку. А что он сейчас стал делать? Древесину или балку? Ага, древесину все-таки. Так, здесь мы выполнили задачу. Хорошо. Что далее? Так, 23 секунды и дерево будет у нас в кармане. Правда, по-моему, 20 штук, если не ошибаюсь. У этих 1,5 минуты еще на раскопке. А нам надо, ребята, чем-то тогда заняться. Поле. Вот поле это хорошо. Давайте его где-нибудь вот сюда. Да? Нет, или вот... А, вот давайте с этой стороны, вот сюда вот, отдельненько. Пришлось, ребята, за монетки, конечно, все это купить. Там сами видели, у меня не было... А че, мало так дерево-то принесли, ребята? Эй! Вы же должны были... Ага, тут еще эти бревна, оказывается, можно уничтожить. Полное... А, полое бревно. То бишь, мы сейчас их уберем и расчистим себе территорию. Собирать древесину. 4 человека. Блин, нужна вода им теперь, а? Ядрёна вошь, а? Не все так просто, ребята. Давайте отправлять тогда их за водой теперь. 5 минут они будут ее добывать. Что тут у нас? Ага, какие-то... А, оленьи рога, выполнено. То есть за каждый найденный ресурс мы будем задание, что ли, выполнять? А тут полчаса будут делать. Ё-моё, так. Древесинка у меня готова. Задание выполнено. В общем, ребята, как-то вот таким вот образом у нас все здесь будет получаться. Все будет это строиться. Опа, ракушку какую-то нашел. Малорик. Так, 10 секунд осталось там у этого чувачка. 7 заданий у нас пока как бы на рассмотрении возле костра. Ёлки-палки, каждый будет 5 минут рубить дерево. Там 5 минут добывать воду. Да, нет, конечно, это все можно ускорять за счет монеток. Но я не знаю, насколько здесь часто тебе будут их давать. Так бы я, конечно, все это по-ускоренному бы быренько бы пробежался. И все было бы у нас в ажуре. По крайней мере, на начальных этапах. Так, расчистка завершена. Вот, монетку получили золотую, это хорошо. Так, камни. Древесину выполнили. Да, полчаса у нас будет поле строиться. Обалдеть можно. Пока оно не сделается, мы не сможем с вами, ребята, ничего посадить. Придется ждать, ничего не скажешь. Так, а, у нас еще и устрицы там есть. Укрытие для сна. Так, склад улучшить. 50 древесины нужно. У меня всего 6. Вместимость плюс 35. Здоровье 150. Ага. Так, червячка принесли. 3 минуты еще. 3 минуты, ребята, ждать. Там 55 секунд. Давайте сюда на камни кого-нибудь отправим. Пускай бегут. Ну тут смотрите, козы бегают. Олени прямо у нас здесь. Собака у нас здесь где-то наша бегает. Вот она как раз на нас идет. Вот такие мы, ребята, поселенцы. Смылись на остров какой-то, на необитаемый. И начали себе жить, поживать, да добра наживать. Так, 2,5 минуты. Ё-моё, какие-то деревья рубить, столько времени. Но зато сами себе хозяева. Так, дерево мы получили. Тут еще табуретку можно делать. Корзинка, я так понимаю, наверное, таскать что-нибудь в ней. В столярке сделать это все можно. И что нам не хватает? Бортовой канат 1 штуку и жерди 4 штучки.
А почему-то вот так я не могу, ребята, сделать. Как говорится, на халявку. Непонятно почему. Жерди, 4 штуки. Надо вот этих вот палок нам делать, ребята. Отлично. Да и дерева у меня тоже мало. Всего осталось 2 штучки. Так, ракушка еще одна. Грибной суп, суп с морепродуктами. Ну, это можно сделать. Ага, опять же воды не хватает. Да что ж такое-то? А вода только через 2 минуты будет. Замкнутый круг какой-то, а? А дом без другого не строится. И нам придется, ребята, ждать. Ну, я надеюсь, что с уровнем, с опытом они будут, может быть, как-то сильнее и быстрее все это делать, развиваться. Так, стол, бортовой канат. Ага, вот канат я могу сделать. Одну минуту он будет делаться. Тут можно расчистить, да? Да, так оно и есть. Камень выполнено, задание по камням. У вас на складе есть ягоды. Да тут не только ягоды, тут еще и оленьи рога принесли. И все это у нас пойдет в крафт. Это стопудово, как пить дать. Так, вот и жерди наши готовы. Так, тут еще можно, ребята, покопошиться маленько. Так, и здесь даже можно. И опять мы что-то сделали. Да мы такими темпами, ребята, сейчас опять уровень получим. У нас уже 138 и... А, 147 и 175. Ха. Да, опыт довольно-таки быстро набирается. В отличие... Так, это что такое у нас вот? Ой, ребята, дождик начался. Я надеюсь, костер наш не потухнет от него, а? Никакого навеса у нас нету. Печалька. Ну все, так, что? Мастерская изготовления завершена. Ага, так. Сделано. И еще одно сделано. И для чего я делал, я уже забыл, елки-палки. Что я хотел сделать-то? О, поздравляем, 5 уровень. Поселенец нам дали. Корзину для яиц и пилу. Поздравляем, в поселении новый житель. Поселенцы радуются. Они обнаружили кур. Хм. Станут ли они людям друзьями или едой? Слушайте, ребята, куры это хорошо. Постройте курятник и ухаживайте за животными. Ага. Так, ну я думаю, что куры нам пригодятся для... Что такое? Непогода может сильно повлиять на благополучие лагеря, как и ветхие постройки. Ага. В непогоду здания повреждаются быстрее, а уровень благополучия в лагере снижается. Гроза прошла. Взгляните, какой ущерб она нанесла лагерю. А я не вижу никакого ущерба. Вроде бы все на месте. А, нет, 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 ребята. Так, что тут мы получаем с вами? Лидер, водовоз, умелый. Ага, рост населения. За это нам дают золотые монетки, ребята. В принципе, это хорошо. Водичку принесли. Тут 14 секунд. Ага, появились... Новые месторождения раскопок. Давайте отправлять сюда ребят. Пускай копошатся. Забираем свои. Вот, ребята, смотрите. Видите, склад. Наполовину покоцанное. Ёлки-палки. Ух ты. Вы обнаружили 10 монет. Это за то, что я, ребята, расчистил территорию. У меня же здесь деревья эти рубили, ребята. Ну что же, 208 монет и 44 золотых. Я думаю, что это неплохо. А склад можно починить? Постройка со временем ветшает, особенно в непогоду. Можно. Сколько? А, 8 минут. 8 минут 20 секунд. Ну ладно, я думал 8 часов. Чуть не обалдел, блин. Так, один мастер у меня побежал. Ну-ка, давайте-ка, ребята, еще, наверное, немножечко. Так, что? Почему нет? Почему не могу выбрать? Давайте тогда на воду, наверное, да? Или вот сюда? Тогда вроде бы у меня тут дофига свободных сидит-то. Чего он мне показывает, что не может ничего сделать? Столярочка. Ага, вот у нас курятник. Вот у нас поле. Столб изгороди. И сама изгородь нужна. Обалдеть. А для склада нужно 50 древесины. А они добывают поскольку, я уже забыл. Так, в принципе, за один золотой можно было бы это все купить. Но я жадный, я не буду. Я лучше сам накоплю.
Неужели они туалет построили? Ёлки-палки. Все, теперь им будет куда сбегать, подумать. Так, монеточку заработали. Листва здесь. И все, в принципе, отлично и хорошо. Все строится, ребята. Правда, этот дождик немножко бесит. Он и так постройки мои ветхие разрушает. Но главное, что он не гроза. А тут, наверное, еще и зима будет. Фиг его знает. В общем, все это мы увидим, посмотрим. Так, мидии, грибы. Можно разные блюда еще себе заказывать. Вот что, ребята, хорошо. Ха-ха. Это замечательно. А на курятник. Курятник мне не дано пока построить. Поле. Ну-кася. За 9 монет. Ну, а куда деваться, ребята? Пришлось. Сколько? 1 час? Ё-моё, 1 час будет у меня делаться поле. Обалдеть можно. Но, в принципе, ребята... Так, давайте водички наберем. В принципе, если кто с мобильником, да, зашел по-быренькому, задание надавал, выключил, через там часок включил, забрал, все выполнил, как говорится, и отлично. Хм, почему-то нельзя, ребята. А, не хватает жерди. Одной жерди не хватает. Что-то он вообще у меня перестал все делать. Балка, доски и поддон там еще. Хо-хоу. То бишь, блин, все как надо. Все вроде при деле, да? Ну да, свободных практически людей нет у меня. Хотя нет, вот одна бегает там возле костра. Но от нее толку мало. Так, 20 минут. Здесь час и 20 минут. Тогда давайте раскопочку поставим себе. Так, а здесь у нас что тут вообще? Рыбацкая хижина. Казино даже будет. Обалдеть. Будет даже казино, ребята. Где, скорее всего, у нас на складе есть черви. Есть, есть. И водичка есть, и черви есть. Осталось только теперь как-то удочку смастерить и идти, наверное, рыбачить. Так, сухостой мы разбираем, он нам нафиг здесь не нужен. Здесь тоже все подчищать, ребята. Все, чтобы никакого лишнего барахла у нас тут не было. Не смущало нас. А собачка бежит впереди всех. Так, а тут-то что такое? Задание. Так, какая-то новая фигня. Лейка, поливалка. Что-то я там не понял. Камешек несет. Забрали, положили его, в общем. Так. Козы. Значит, будем еще тут коз ловить. Козье молоко пить. А может быть, шкуры даже на этот, шерсть сбривать и делать себе одежду. А что, почему бы и нет? Так, нужно больше людей. А у меня что, нехватка людей? А, видимо, каждый чем-то занят. Всех распределил. Так. Так, вроде лес... А, 19 секунд осталось до леса. Чтобы они успели его собрать. Там все очень дорого. По минутам, по минутам... А, вот, 5 секунд. Сейчас закончится. Так, олени рога. Ну, тогда... Куда я хотел ее отправить-то? А, сама бежит, да? Бежит, бежит, бежит к костру погреться. Замерзла бедненькая. У нас на складе есть древесина. Это замечательно. Ускорить возведение постройки. 16 золотых монет. Нет уж, я уж как-нибудь сам, ребята. 16 золотых монет. Так, если бы у меня была бы какая-нибудь здесь плавильня, где бы я мог сам деньги себе делать, конечно, я бы сделал. Так, 26 воды. Опять 5 дерева. Да куда же у меня все дерево-то уходит, а? Не пойму, вроде ничего такого особого не делаю. А может быть, оно идет на починку зданий? Так, давайте, ребята, бегите, опять собирайте. Это опять минуту ждать. Ну, а я, ребята, вам предлагаю сейчас сделать небольшой перерывчик и буквально встретимся через 1 секундочку, когда уже будет все готово. Ну что же, ребята, вроде бы все. С помощью уведомлений вы сможете узнавать о завершенных заданиях. Так, листва. Ну, как я вам и говорил, мастерская. Деревья. Все как надо. Все у нас улучшилось, все у нас построилось. Даже кухня. Зато новенькие... дюны появились, которые нам почему-то это не... А почему не могу ее просканировать? Странно. Ну, зато еще здесь есть. Кусты, камни, пускай шуршат. А это что такое? Листва.
Ух ты, музыка заиграла. Так, что, вроде бы ничего нету. А нет, есть, заведующий складом. Ух ты, музыка появилась. Ребят, не было, не было в игре, появилась откуда-то. Причем-то какая-то тревожная. Мне не нравится такая тревожная музыка, ребят. Расчистка завершена. Золото мы обнаружили. Так, тут еще листва. Да тут по всей карте, блин, елки-палки, разбросаны эти месторождения мелкие, в которых можно копошиться. Так, древесины 10, воды 21 штука. Черви 5, мидии 5, листва 3 и жерди 3. Камня. В общем, пока у нас все нормально. Всего пока хватает. Хотя дерева маловато, конечно, будет. Ну-ка, суп. Я могу суп сделать? Я могу... Ага, салата не хватает. А вот это я могу сделать, фруктовый пирог. Пускай себя побалует. 5 минут он будет делаться. Не так уж и долго. Корзинка. Не могу я корзинку сделать, не хватает жерди. Надо построить одну жердь. А он сразу их кучей делает, да? Ну да, так оно и есть, ребята. Он по одной не делает, он сразу делает партиями, по 4 штучки. Так, здесь что у нас? Какой-то насос или поливалка. Добывается при собирании, ага. Ну, табуретка, я думаю, что это все-таки надо будет самому делать. В меню строительства. Куры, источник яиц и пера, а также мясо. Ребята, вы поняли намек? По утрам они сильно шумят. То есть вы хотите сказать, что они мне не будут давать спать? Да я их сразу на холодец тогда пущу. Это у нас, ребята, здесь... О, урожай на полях подчиняется тем же принципам, что и прочие ресурсы. Однако доступные растения зависят от времени года. Ага, нормально, да? От времени года. Значит, тут все-таки будет у нас меняться погодка. Ёлки-палки, значит, будет зима. И осень, и весна. Так. Достижение какое-то получил. Листья салата. Можно... Можно... Нет, я же не могу собрать, ребята. У меня 0 листьев салата. Что они мне тут свистунка-то давят? Ничего у меня нету. А для того, чтобы появилось, вот так, наверное, сделать надо. И... 1 час! Это они будут сейчас только листья салата сажать или выкапывать? По-моему, только сажать. Да. Но зато, ребята, это, я бы сказал, полноценная стратежка с выживанием, со своим миром, которую я видел на андроиде. Давненько я вообще не, вот таких игрушек не встречал. Чтобы тебе дали остров, и ты на нем стал развиваться практически с нуля. Так, давай сюда кусты. Так, там ягодки и еще что-то там несет. А вот теперь давайте, ребята, водичку-то мне собирайте. Без воды, без жажды вы умрете. Побежали все, и оравушкой. Ну что, зато они оравой, ребята, добывают намного быстрее. Вы смотрите, у меня всего лишь минута уходит на то, чтобы они добыли. Может, крутануть разочек, а? Давайте сделаем, ребят. Вдруг что-нибудь выпадет толковое, а? Фартанет, как говорится. Ну давай, давай. А что тут фартанет? Я смотрю, там корзинка, поливалка и... Опа, неужели? Ё-моё, ребята, поселенца выиграл, прикиньте. То есть, я даже не знаю, сколько у меня их до этого-то было. Но поселенец, это вообще шикарно. То есть, у меня на еще одни руки стало больше. Замечательно, значит, все идет у нас отлично. А как они, интересно, здесь кушают, я не могу понять. Им надо рацион самим делать или... Так, люди не выбраны, да? На дерево. На дерево никто не хочет идти. Так, курятничек у меня. Как ты меня достал? Балка 2. Столба 4. Идри тебя на корень, а. Так. Столб. А он делает по одному. Жалко, нельзя здесь, знаете, как партии заказать там. Штук 10, предположим. И чтобы они ходили и сами делали. И сами же на склад относили. 57 минут они будут с этим огородом перепаханным базюкаться. Ну вы, ребята, меня удивляете, конечно, да. Куда это они там ломанулись-то? Побежали всей толпой, наверное, в толчке там сидели. Так, давайте леса еще нарубим.
Так, как раз 5 человек. Самое то, что надо. Так, древесиночка сготовилась. Точнее, столб. А вот теперь можно 5 минут, и корзинка будет наша. Честно говоря, я даже не знаю, для чего она вообще здесь нужна. Не, ну в принципе догадаться можно. Для тех же самых грибов таскать не по одной штуке, а с десяток сразу накидал и принес. Да? Выгодно? Выгодно. Но на данный момент очень дорогая эта штука. Корзинка. Практически хоть за деньги все это покупай, за реальные. Но я не буду, ребят. Я терпеливый, я лучше подожду. Так, что там в лагере? Все как-то беспорядочно. Может Ага, вот, ребята, что значит эта белая сносочка. Ну-ка, давайте как-нибудь тогда поплотнее поставим их. Вот так вот, да? Будет самое то. Так, повернем. Отлично. И тебя, наверное, тоже сюда поближе немножко. Вот, теперь, я думаю, вам все нормально, ребята. Вы не будете у меня там плакать. А то, видите ли, у него там все в хаотичном порядке. Запел он, щебетал. Так, давайте, давайте, ребята. Бревна мне, конечно же, нужны. Ну и водичка тоже нужна, естественно. Так, вот смотрите, в пятером они одну минуту добывают, а в четвером уже 4 минуты, точнее 5. Так, а это у нас, по-моему, еще одно поле строится, да? 36 минут. Так, здесь я могу взять. А почему я вот эту не могу выделить, ребята? Что это за потайная дюна, которую я не могу, как говорится, расколупать? Интересненько, конечно. Ну вот, у меня самых два мощных сейчас здания. За 36 минут и верхнее еще. Ага, фиг там, у меня еще вон этот огород 55 минут. Как говорится, его пока разработают. Они у меня тут с голоду, наверное, подохнут все. Так, что он просит? Как там наши растения? Кто-нибудь присматривает за ними? Да, поверь мне, присматривают. Вон там пятерочка, четыре вообще-то человека. Так, душек можно построить, расслабиться после трудовых дней, как они написали. Так, 32, ядрить его на корень, ребята. Пришлось потратить все свои последние золотые денежки на то, чтобы построить им душ. И не дай бог, ребята, вы мне не будете благодарны за это. Я вам всем уши надеру. Ну, я в плане игровым своим человечком, поселенцем. Так, червяк, давай, иди сюда. Так, у нас на складе есть черви, это я уже понял. Так, давайте набирайте воду мне. И, в принципе, по-моему, свободных рук-то и не осталось. А этих на земле еще, по-моему, даже больше стало, чем было. Так, что тебе опять там? Хочу сказать, что я вас всех люблю. Понятно, все с тобой. У нас на складе есть гравий. Точно есть. Смотрите, как, откуда гравий добыли уже. Щебенка. Значит, можно будет цемент тут как-то разводить потом со временем. И уже не какие-то тут деревянные хибарочки, а нормальные полноценные каменные здания возводить. Так, а это, я так понимаю, ребята, темная, это вода, по ходу дела. Скорее всего, да. Пугало защищает свой урожай. Даже пугало не могу построить. Бельевая веревка. Сохнущие гидрокостюмы. Это что-то новенькое, ребята. Неужели тут еще и водолазничество будет? Так, рыбная хижина. Значит, все-таки рыбная хижина есть, ребята. И казино. Так, 20 воды мы получили. Раскопочки, как всегда, очередные. Давайте, может, срубить. Смотрите, сено несет какое-то. Точно сено. Давайте пятерочку отважных ребят отправим на лес. Тут сейчас основное, я так понял, у нас дерево, лес. Ну что ты там опять хочешь? Знаю, звучит дико, но похоже, нам нужна еще вода. В смысле, вдруг родник пересохнет. Я тебе, блин, пересохну. Ты сейчас тут накаркай мне еще. Тут я не вижу больше. Вот я не знаю, что это. Озерцо, не озерцо. Если это остров, то стопудово это море. А это соленая вода. И пить отсюда, естественно, никто не будет. Поэтому не дай бог этот родник пересохнет. Все, нам кирлык. Так, ракушки какие-то тут насобирали целую кучу. Задание выполнено. Отлично.
Ой, ребята, через 30, через 29 очков мы получим еще уровень. Уже будет шестой. Ух ты, могу сделать. Давайте-ка посмотрим, что это такое вообще. А, детали душа. Все. Ну, а душевая у меня вроде бы как строится. Поэтому зачем мне тогда еще детали душа? Ума не приложу. Так, не хватает народу. Вообще все под завязку заняты делом. И это хорошо. Это меня радует, ребята. Когда они работают, я отдыхаю. Так, теперь давайте, наверное, их за водой отправим. Скажет, елки-палки, только рубили лес, и он опять нас на дрова. Вот и корзинка моя сделалась. Что ты там опять? Что, на сбором месте нет новых дел? А при чем здесь это, а? Дела-то есть, ты сиди, занимайся своими делами, а не суй свой нос в чужие. Ну, а от вас, ребята, я жду комментарий по этой игре. Стоит ее играть, не стоит, будем проходить ее, не будем. В общем, все зависит от вас. Так, ну что у нас тут далее? Построек пока никаких новых нету. Потому что не... Что? А, нужно больше людей. Блин, опять что ли у меня все заняты? Вот один освободился. Так, здесь осталось 13 секунд. 10, 9. Сейчас он что-нибудь выкопает нам. У нас на складе есть листва. Ну, это понятно. Принесли. Ну, а ты что нам добудешь? Так, гравий. 60 очков. Ребята, мы сейчас уже получили уровень. О, вот это уже хорошо, ребята. Мы получили удочку. Туман рассеялся, и поселенцы нашли лодку. О. Но хватит ли им смелости выйти в открытое море? Постройте рыбацкую хижину и исследуйте морские просторы. Продолжайте улучшать лагерь и расширяйте свое поселение. Вот это уже что-то новенькое. А где у нас... ага, вот, ребята. Вот почему я не мог тогда эту дюну-то открыть. Потому что она была в тумане. Ну, якобы. Выйти на рыбалку можно с пристани. Сначала найдите рыбное место и нажмите на него. Ага, вот и рыбка плещется. Люди не выбраны. Ну, почему не выбраны? Сейчас выберем. Так, отправить. Так, мы удочку нашли, черви у нас есть. Вот для чего, в принципе, не нужны они были. И у меня, вот они, архаровцы, бегут, бегут, родные. Захотелось им рыбки. Родные вы мои, давайте сейчас наловим. Ухи как наварим, ух. Что ты там опять недоволен? Эй, давай я пороюсь в дюнах и поищу там что-нибудь полезное. А ты разве не в дюнах роешься, а? Так, и как это будет выглядеть? Вот они у меня поплыли. Так, 5 минут они будут у меня добывать рыбу. Так, встали, оп, удочки закинули, причем все. И начинают рыбачить. В принципе, довольно неплохо. Я так понимаю, здесь можно будет потом путешествовать, наверное. Мы же не будем на этой одной точке стоять, на этом, как сказать, островочке. А будем развивать свои владения. Так, ну уже какой-то прогресс пошел, ребята. И это хорошо, меня это очень даже радует. Думаю, вам тоже интересно, что здесь будет у нас дальше. Так. Ракушку добыли. Ну, в принципе, здесь у нас остались долгосрочные, да, такие постройки. Там 24 минуты, я смотрю. Тут 2, 3, 5. На рыбалке там 5 минут. В общем, пускай они у меня пока будут заниматься все своими делами. Ну что же, ребята, наверное, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях, в следующих видосиках. А на этом все, ребята. Всем пока и удачи. До скорых встреч.